Так, приветствую, ребята. А тут у нас на обзоре такой олдскульный магнитола Philips немецкая. Ну, в Германии, по крайней мере, сделана, по-моему. Такой дизайн необычный. 80-е года. Сейчас покажу, как работает. Так, включаем ее. А, здесь такая ручка даже есть. Вот она, для переноски. В общем, интересная штука. Средний волны. Printre care și medaliați olimpici. Груparea londoneză Chelsea a cumpărat de la Borussia Dortmund pe atacantul american în vârstă de 20 de ani, Christian Pulisic. Transferul a valorat 64 de milioane. Так, это у нас сканер. Сейчас мы его отключим. Отключается, ну, шах ставится вот так. Двумя кнопками. Вот так можно. Так. Это длинное. FM. Такой вот аппарат. Старенькое, старенькое радио, интересное. А, прикольное. Кому понравилось, ставьте лайки, друзья. Всего доброго, всем три.